А я, говорит, перекусю. Подожди-ка, а ты что за белка такая? Дай-ка я посмотрю на тебя. А я, говорит, незнакомая белка. Чего, говорит, на меня смотреть? Белку не знаю этой. Какая-то она голодная. Ты какая-то голодная, слышишь? Похоже на белку, на рыжего с хвостом. Только рыжий, он рыжий весь. Хотя, кто знает, может, это и есть. Ну, рыжий вроде. Сейчас он-то серый, конечно. Злодей какой. Голодный. А я, говорит, голодный. Лапки грязные. Лапки не моешь ты перед обедом. Тут еще одна белка бегала. Шишек у меня в кармане нету. Раздался, пока шел сюда. Зато есть грецкие орехи. Белочка хорошая какая. Хвостик только ободран у нее. Злодейка какая. Вон вторая белка бегает. Или это третья уже? Там он бегает у дерева. Давно я не видел белку-строителя, а она где-то здесь живет. Неужели погибла? Че, белка какой-то? Косточку нашла. Что это она такое ест? Да ладно. Да, вот белка-строитель, она где-то здесь жила. Здесь постоянно бегала. И я что-то не вижу ее. Ну, правда, я тут редко бываю. Что-то я не понял, чего она там... Не, убежала. Убежала, говорит, я... Что-то прячет там. Прячет, я говорю, прячу что-то. Злодейка какая. Это ворона каркает, а белки внимательно слушают, что происходит вокруг. Кругом опасности. Всякие злодеи ходят с собаками. Очень похожа эта белка на белку, на рыжего с хвостом. Есть рыжий просто, а есть рыжий с хвостом. Вот очень похожа на нее. Но я не буду утверждать ничего. И место это не бегал, никогда я не видел, чтобы рыжий с хвостом здесь бегал. Но мог мигрировать, а почему? Переселиться. Легко. Я хотел тут кормушку повесить. Кстати, меня спрашивали, что такое фазанники. Фазанники.
Вот он, фазенник стоит. И под ним травили крыс. Вроде тут крысы живут под ним. Живут, никого не трогают. А их стали травить. Ну там птички живут в этом. Раньше это был бельчатник. Белки тут жили перед тем, как их выпустили в парк. Он так и называется, по-моему, бельчатник. Но тут живут фазаны. Золотой фазан, красивая птица. Жалко, он за мелкой сеткой, и его плохо снимать. Вот. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Вот. Хорошо, говорит, сидим тут. Хотела тут повесить кормушку, но что-то я сейчас сомневаюсь, вешать, не вешать. Я имею в виду, у меня деревянные остались еще. Дело в том, что здесь, если сюда повесить кормушку, эта белка там подкрадывается, вот так. Вон та белка подкралась. Если кормушку повесить сюда, сюда будут белки ходить. Они не так сюда ходят, а будет еще больше ходить. Иди сюда. А тут постоянно травят крыс. Я боюсь, как бы белкам хуже не стало от такого кормления. Вон белка бегает, злая. Я, говорит, злая белка. А это... А тут, похоже, белок не кормят кедровыми орехами. Если она вон сидит, он белочка у меня в ногах, и подъедает, что упало с руки. Да, солнце? Не кормят вас тут кедряшками-то? А белка, кстати, не понимает, откуда кедровые орехи берутся. Вон та, которая снизу. Она побольше, она прогнала бы вот эту мелкую. Переживает, да, мелкая-то. Злодейка какая, а? Белка злодейская. Голодные белки сидят. Она сколько уже съела? А я, говорит, все равно голодная. Тоже напряглась снизу, которая. Это там птичка чирикнула чего-то. И все, говорит, страшно стало. Ну-ка, иди сюда. Не, это с руки есть не будет, мне кажется. Ну-ка. А это рыжая убежала, все. Ну все тогда, пойду я.
Это с руки есть не будет. Накидывать сюда на землю смысла нет никакого. К тому же она вам прячет это все дело. А я, говорит, прячу. Труслив. Какая трусливая, а? Дикие белки тут. Ну все.